Димитровградка Светлана Санникова во вторник до работы добиралась дольше, чем обычно. Пришлось искать обходные пути. Нормально почищено, ненормально, удобно. Да как это удобно? Конечно, неудобно. Он уже идешь, уже того гляди, сейчас упадешь. Каблуки тем более, это надо вообще обувь менять. Пешеходные переходы и обочины в Димитровграде чистят плохо. Такой вывод сделали и в отделе дорожного надзора ГИБДД после объезда города. Чистый город на сегодняшний день не справляется с этой работой. Из 152 пешеходных переходов, которые имеются у нас на территории города, ни один пешеходный переход не очищен в соответствии с требованием ГОСТа. Принимаются меры к руководителям, составляются административные протоколы как на должностных лиц, так и на юридических. Но толк-то будет хоть? Добьемся, чтобы был толк. Если работа над ошибками будет выполнена не вовремя, местное отделение ГИБДД планирует обратиться в прокуратуру города. Татьяна Балунева, Анжелика Боровинок. Новости из Димитровграда.